ход на чужие ворота. Малыми силами в последних сменах Локомотив идет вперед. И возникает момент. И 2-0. Передача из-за ворот. И отличное завершение. Иванов забрасывает шайбу. Капризов. И опять же брюшка. У динамовского игрока вылетела из рук. И приходится ему всем тратить время, чтобы ее подобрать. ЦСКА тут продолжает наседать. И Кирилл Капризов открывает счет в этой игре. 1-0. Подкрался Капризов в дальней штанге и проходит. Автомобилист гораздо чаще находится в зоне хозяев. Ну да, отодвинули его от собственных ворот. А вот у финцы бросок. Гол! Филипп! Ты должен сказать Ларсен. Ларсен? Филипп Ларсен. Сегодня у него произошло радостное событие. У него родилась дочь сегодня. Ну и вот таким способом себя Филипп Ларсен поздравляет. Минута 10 секунд до середины. Снова шайба у Никулин. Шипачев. Розыгрыш Ави. Ави заметан за ротом. Каменлицкий. 2-2. И еще Динамо поиграет в формате 5-4. Да, свою порцию Шипачев и Каменлицкий получили. Великолепный розыгрыш, в котором участвовал также Гильян. Игрока, владеющего шайбой, остался своим на дальней штанге и сумел перейти.